дорогие гости, проходите поближе. Проходите поближе к нам. Мы все сегодня собрались по прекрасному, красивому поводу. У нас юбиляр, красавица, умница. Ей сегодня юбилей круглый-круглый. Мы все собрались сегодня по красивому поводу. На лицах радость и уважение к вам. Ровно 80 лет назад появилась на свет эта удивительная женщина. Добрая мама, заботливая бабушка и прабабушка. Наша Едвига Станиславовна. Мы очень рады быть с вами. Позвольте мне первой поздравить вас с этой замечательной датой и пожелать, конечно, крепкого здоровья и долгих-долгих-долгих лет жизни. Поздравляю! Сегодня собрались родные, близкие. Они тоже хотят вас поздравить. Пожалуйста, поздравляйте самые близкие, самые дорогие. Позвольте мне сказать еще пару слов. Дорогая, уважаемая, красивая Едвига Станиславовна, пусть ваша жизнь складывается только из теплых и солнечных дней. Обеды и печали пусть обходят вас стороной. Пусть родственники вас чаще навещают, дарят подарки, вам улыбаются и всегда были бы вокруг вас. Давайте все гости дорогие поднимем первый бокал, нальем сначала и поднимем первый бокал за нашу именинницу. Мы все говорили теплые красивые слова нашей юбилярши. Но мы все близкие, родные, рядом, но есть еще звезды эстрады, некоторые певцы очень интересные, очень знаменитые, которые тоже хотят вас поздравить по одному с выходом, красиво, а мы все присядем, будем их поддерживать аплодисментами. Если белорусский певец Солонуха, Yeah.
Сегодня все цветы для вас, все улыбки для вас. Вам подарили сегодня усы. Thank you.